В селе Айсуак Куюргазинского района, так же, как и в других регионах России, помещение для голосования открылось в 8 часов утра. По федеральному списку на сельском избирательном участке номер 2501 было зарегистрировано 1010 человек, по районному – 1026. Выборы идут спокойно, в спокойной обстановке. Так активно участвуют жители нашего села. Но мы на плов ждем еще к району обеда 12, вот от 12 до часу. Ну, думаем, выборы пройдут спокойно, хорошо. Несмотря на дождливую погоду, в других селах района избиратели активно участвовали в голосовании. В селе Ермолаево на участке Советский номер 2499 всего по списку избирателей было зарегистрировано 1221 человек по выборам в Государственную Думу и 1249 по районному списку. По мнению председателя участка, явка избирателей на выборах в этом году лучше, чем в прошлые годы. Всего на момент проголосовало 130 избирателей. И люди подходят, несмотря, конечно, на погодные условия. Ну, обстановка, в принципе, спокойная. Ну, люди с удовольствием, мне кажется, приходят. У нас вот буфет работает. Люди покупают. С детьми идут. И пенсионеры идут. Ну, в общем, все хорошо, все спокойно. После закрытия всех участков района было произведено тщательное распределение и подсчет бюллетеней. На сегодняшний день стали известны результаты голосования. О них сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Ирик Мухаметшин. По результатам выборов в Государственную Думу «Единая Россия» набрала 64,4%, «Справедливая Россия» 9,22%, ЛДПР 8,34% и КПРФ 7,85%. По одномандатным округам явка составила 63,3%. Быгаускаров Зариф Закирович набрал 65,72%. Кутлугужин 5,67%. И Сарбаев 14,94%. В районный совет были избраны все 15 депутатов. Несмотря на ненастную погоду, явка по району была высокой. Председатель территориальной комиссии поблагодарил всех избирателей за то, что они пришли на участки и с ответственностью отнеслись к голосованию.